Здравствуйте. Мира-7А. В результате короткого замыкания возгорания в складском помещении на первом этаже. По адресу проспект Мира 7А находится Центр здоровья и досуга. Его сотрудники передали сигнал учебной тревоги в центральный пункт пожарной связи, сразу как обнаружили возгорание. По условиям плановых пожарно-тактических учений причиной короткого замыкания стал прорыв трубы. Подтопило несколько помещений, в том числе электрощитовую. В результате чего произошло короткое замыкание, произошло возгорание помещений и развитие пожара. Огонь перекинулся и на второй этаж здания. На условный пожар огнеборцы прибыли во всеоружии. Газ дымозащитный макар, включение готово, давление 300. Задача пожарных не только ликвидировать возгорание, но и спасти из дыма и огня тех, кто не смог эвакуироваться самостоятельно. Нашли пострадавших. Еще одного пострадавшего пожарные обнаружили в буфете на втором этаже. Эту женщину также вывели из здания. В тушении условного возгорания приняли участие 30 сотрудников пожарной охраны. Было задействовано 8 единиц спецтехники. Оценка будет подведена по итогам всех действий в комплексе всех подразделений. Пожарно-тактические учения пройдут в нашем городе еще не раз. Специалисты МЧС проведут тренировки во всех социальных учреждениях. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».